во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Страшное слово «война». Война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами. В военные годы дети совершали подвиги, уходили на фронт партизанам, заменяли своих отцов на заводах, выживали, получив маленький кусочек хлеба. Они воевали как взрослые, совершали подвиги. Среди них были связные разведчики, маленькие подпольщики, сыновья партизанских отрядов, полков и боевых кораблей. Баран Тихон, разведчик партизанского отряда. В 1944 году на его родную деревню напали каратели. Деревню сожгли, а всех жителей расстреляли. В живых остался только Тихон. Глава карательного отряда потребовала Тихона провести их партизанам, угрожая смертью в случае отказа. А среди партизан находились отец Тихона и братья. Тихон согласился показать, где находятся партизаны, и повел их в лес по тропе, которую знал только он сам. Он повторил подвиг Ивана Сусанина, завел гитлеровцев в топкие болота. Погибли все. Богданова Надя когда она стала рассвечиться в партизанском отряде дяди Вани Дьячкова, ей не было еще десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, бродила среди фашистов, все подмечала, запоминала и приносила в отряд ценнейшие сведения, а потом вместе с бойцами-партизанами взрывала фашистский штаб, пускала под откос эшелоны с военным снаряжением, минировала объекты. Ее дважды казнили гитлеровцы, а боевые друзья долгие годы считали Надю погибшей. Ей даже поставили памятник. Однако она чудом осталась жива. Юта Бондаровская. Летом 1941 года приехала она из Ленинграда на каникулы в деревню под Псковом. Здесь настигла Юту грозная весть. Война. Юта стала помогать партизанам. Сначала была связной, потом разведчицы. Переодевшись мальчишкой нищим, собирала по деревням сведения, где штаб фашистов, как охраняется, сколько пулеметов, постов охрану, узлов связи. Куда бы ни шла синеглазая девочка Юта, ее красный галстук неизменно был с нею. В одном из боев у эстонского хутора Ростов Юта Бондаровская, маленькая героиня большой войны, пионерка, не расставшаяся со своим красным галстуком, пала смертью храбрых. Будник Константин. Костя Будник из лухого белорусского села Тинякова узнал о начале Великой Отечественной войны рано утром, когда выгнал на пастбище свою корову. Вскоре в их село нагрянули немцы. Костя стал связным с партизанами. Смелый, отважный, решительный. Он с легкостью мог вести в заблуждение немцев. Костя прожил короткую, но яркую жизнь. За свои подвиги он был направлен в Суворовское училище. Доехать до училища ему не пришлось. Его поезд подвергся бомбежке, в ходе которой он погиб. Голиков Леня. Когда его родное село захватил враг, мальчик ушел партизаном. Не раз он ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские склады. Был в его жизни бой, который Леня вел один на один с фашистским генералом, а утром Леня держал в руках заветный драгоценный портфель с документами. Леня Голиков является прототипом главного героя книги Эдуарда Верки на «Облачный полк». Почему же автор называл свое произведение «Облачный полк»? Существует легенда, что все защитники нашей страны, погибнув, попадают на стражу нашего мира. Все погибшие герои – это и есть «Облачный полк». Голиков Леня погиб в бою, не дожив до 17 лет. Дубинин Володя. Детство Володя провел в Керчи. Когда грянула Отечественная война, Володе было всего 14 лет. Со своими товарищами Ваней Гриценко и Толи Ковалевым Володя Дубинин часто ходил в разведку. Юные разведчики приносили в отряд ценные сведения о расположении вражеских частей, о количестве гитлеровских войск. Опираясь на эти данные, партизаны планировали свои боевые операции – Отважный партизанский разведчик посмертно был награжден орденом Красного Знамени. Школа, где учился Володя Дубинин и улицы, на которой он жил, носит теперь его имя. Ковалев Саша. За три неполных месяца службы на торпедном катере ТК-209 Саша Ковалев участвовал в 14 боевых походах. Был награжден орденом Красной Звезды, медалью Ушакова. Но однажды катер атаковали немцы. У катера оказался пробит мотор, из которого фонтаном стал бить кипяток с горячим маслом и бензином. Из-за повреждения двигателя катер стал терять ход. Счет времени шел на секунды, и Саша Ковалев, не колеблясь, скинул на место пробоя на телогрейку, бежал ее своим телом. Получая сильнейшие ожоги, ему невозможной болью, уже теряя сознание, он продолжал держать телогрейку, выигрывая драгоценные секунды для всего экипажа, давая катеру оторваться от погони. ТК-209 сумел выйти из этого боя. Погоня осталась позади, благодаря 17-летнему Саше Ковалеву. В городе Североморске на обелиске в честь погибших героев есть такая надпись «Юнга Саша Ковалев погиб в море при выполнении боевой задачи 9 мая 1944 года». Михеенко Лариса, разведчица партизанского отряда. Она принимала активное участие в рельсовой войне. Девочка не только смогла подорвать мост, но и рискуя собственной жизнью, вывел из строя вражеский эшелон, проезжавший по этому мосту. В последнюю разведку Ларису Михенко и ее двух напарников выдал предатель. За ее подвиги Ларису наградили посмертно орденом Отечественной войны первой степени. Портнова Зина. Война застала ленинградскую пионерку Зину Портну в деревне Зоя, Витебской области. Там была сформирована подпольная комсомольская молодежная организация «Юные мстители», Одной из самых масштабных ее операций стало отравление более ста немецких офицеров. И здесь была заслуга Зины Портновой. Работая посудомойкой в столовой, где питались офицеры, Зина отравила еду. Ей самой тогда чудом удалось избежать смерти и ответственности. Но Зины Портновой была очень трагическая судьба. Самаруха Володя. Поиск, куда летит журавлик, рассказывает о подвиге юного связного командир части отправляет своего 11-летнего сына Володю на поиски партизанского отряда. За две недели мальчик совершает 500-километровый рейд. Ему удается разыскать неуловимый для врага партизанский отряд, передать сведения, наладить связь партизан с Москвой. За этот подвиг Володю наградили орденом Красной Звезды. Чекалин Саша. 15-летний Саша мечтал о путешествиях и рыцарских подвигах. Однако его планы разрушила война. Отважный парень стал помощником партизанского отряда. Но по доносу предателя он был свачен немцами. Саша не дрогнул. Он понимал, что это пятнадцатая весна, последняя весна его жизни. Черевичкин Витя. Его имя носит одна из улиц Ростова. А мальчики сложена песня. Жил в Ростове Витя Черевичный. Когда немцы взяли Ростов, они под страхом расстрела приказали всем владельцам голубятин убить птиц. Но Витя не подчинился приказу и тайно продолжал держать голубей. Отважный мальчик решил показать советским летчикам, где находится штаб неприятеля. К лапке птицы он привязал листок с указанием важных сведений. Но дожить до освобождения Ростова мальчику было не суждено. 75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Воспоминания о войне тяжелы, но нужны память о тех ребятах, кто перенес суровые годы войны на своих детских плечах. Подрастающее поколение должно помнить о тех трагических событиях, которые пережила наша Родина, и знать, какой ценой завоевана победа.